Семерых перевозчиков Абакана по предписанию прокурора оштрафовали за то, что 2 декабря они без предупреждения сняли автобусы с маршрутов. Штраф за это нарушение символический, всего около 2000 рублей. Однако деньги в этом вопросе не главное. Маршрутчики сами себе вырыли яму. За ненадлежащее исполнение договора, одним из условий которого является обеспечение бесперебойного движения автобусов, предприниматели рискуют остаться за бортом при заключении договоров на следующий год. Кто конкретно из предпринимателей оштрафован, надзорники не сообщают. Известно лишь, что аналогичные дела рассматриваются еще на нескольких абаканских перевозчиков.